А скажите, я источник любви, радости, счастья и света. Так есть и будет всегда. Способность просто излучать свет изгоняет негативный опыт как из вашей жизни, так и из жизни всех, кто находится в вашем энергетическом поле. Когда вы привносите высококачественные энергии туда, где есть энергия с низкой частотой вибрации, проблемы мгновенно рассеиваются, потому что тьма – это просто отсутствие света, пишет один из моих любимых авторов Уэн Дайер. А я хочу привести очень показательный пример из моей жизни, подтверждающий эти слова. Кстати, я хочу заметить, когда вы действительно любите, уважаете и цените себя, и находитесь в абсолютной гармонии с миром, то это состояние выводит вас на совершенно другой уровень, на другие частоты. А когда мы вибрируем на высоких частотах, никакие негативные энергии, сглаз, порча, зависть и злоба не могут причинить нам зла и вреда. Энергия нашей любви, радости и света отталкивает все негативное. И этот негатив возвращается тем, кто его послал. Вот так. Великий закон жизни гласит, то, что мы говорим и думаем о себе, то, что мы создаем в своих мыслях, то мы и получаем в реальности. Когда вы начинаете любить себя, любить жизнь, когда ваше сердце наполнено любовью ко всему живому, ваша жизнь превращается в постоянное ощущение счастья, радости и блаженства. Наполняйте свое пространство любовью. Создавайте вокруг себя ауру любви и блаженства и будьте счастливы.